Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Paradise Alania. Меня зовут Никита, кто еще не знает. Сегодня я вместе с Alania TV сюда приехал. Мы нашли с Рамилем для вас вот такой вот классный жилой комплекс Карбиджаки. Ну реально. Я вот смотрю на всю вот эту красоту. Там, видите, бассейн. Комплекс очень качественный. И самое главное, мы получили здесь эксклюзивное право продажи и огроменные просто скидки на квартиры. Просто огроменные. Рамиль уже, долго не думая, тут продал один классный дуплекс. Вот, я приехал уже следом и для вас сейчас все поснимаю здесь. Интересные предложения. Ну и, друзья, соответственно, по традиции, не забывайте поставить лайк. А кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, кто интересуется недвижимостью Алании. А мы начинаем, друзья. Поехали! Мы сейчас находимся у входа в блок Б. Посмотрите, ну вот вообще придомовая, да, территория, как выглядит. Я уже много комплексов перевидал здесь, в Алании. На камере не всегда видно, но на самом деле не во всех комплексах хорошая отделка. Много где вообще грубо все выполнено. Ну и качество такое себе. Здесь же я сразу приехал, мы с Рамилем сразу, о, вот это качество. Качество реально классное. Ну и комплекс, да, выглядит современно. Малоэтажный такой островочек рая в Каргиджаке. Мы находимся, да, в Каргиджаке. Так, и заходим. Итак, мы попали в подъезд. Набрал я код на домофоне. И здесь что мы видим сразу, видите, здесь у квартиры номер один и у квартиры номер два есть свои отдельные кладовки. Смотрите, сюда можно велики поставить, ну не знаю, вообще всякую утварь убрать, которая, чтобы в квартире не мешалась. Видите, у вас здесь свой ключик будет. Так, лифт, соответственно, ну мы, у нас квартира на первом этаже, она двухэтажная, дуплекс. Сейчас я вам все покажу. Давайте зайдем в квартиру номер один. Сейчас вы, как мне сказали, обалдеете от красоты. Я сам еще в ней не был. Сейчас будем вместе охать-ахать, друзья. Сейчас открою. Заходим. Вообще, мне очень-очень понравился этот комплекс, реально. Ну, посмотрите, да, ну, наконец-то что-то новенькое. Что-то, да, прям такое европейское. Смотрите, какая огромная кухня-гостиная, как вот это вот все продумано. Офигенно просто, у меня слов просто нет. Обратите внимание, что уже здесь есть вся техника. Варочная, видите, поверхность, посудомойка, духовка, даже микроволновка есть. Все фирмы Бекко. Здесь, смотрите, панорамные окна. Классный вид такой на бассейн. Причем уже смотрел я такие качественные вот эти все стеклопакеты, оконные рамы. Давайте положим. Выйдем на огроменную, по-моему, она вот так работает, да. Огроменную террасу. Смотрите, красотища какая. Вот такой у вас вид с террасы. Бомба! Мне очень нравится. Вот это здание, оно еще не достроенное. Ну, достроят, тоже будет красиво, в принципе. Вот такая терраса. Это у нас, напомню, первый этаж, но по факту он второй, потому что, видите, у нас еще есть снизу этаж. Так, ну давайте еще по первому этажу. Смотрите, здесь у вас идет спальня. Уже, в принципе, вот все продается. Это шоу-рум, но продается вот так вот все. По цене сейчас чуть позже скажу. Сейчас всю квартиру посмотрим и скажу, что телефон достану с кармана. Да, прям вообще красота. Смотрите, классный санузел. Здоровенный. Ну как здоровенный для... Они любят почему-то вот площадь там хоть 4+1 и маленькие вот эти санузлы налепить. Здесь классно. Здесь, смотрите, с этой стороны окошко для проветривания. Хоба. Чик открыл. Все. Давайте обратно вернем. Да, прям красота. Ну вот это вообще квартира. Кто вот не хочет заморачиваться с виллой, честно говоря, вот эта квартира. Прям, я думаю, зайдет. Так, ну и здесь, смотрите, балкон номер два, небольшой.
И вот здесь, видите, грамотно убраны кондиционеры, чтобы не портил внешний вид фасада. Вот они убраны в отдельную, в такую вот шахту. Сюда тоже можно там что-нибудь пылесос, всякую такую утварь сложить. Вот здесь, кстати, вот первый раз вообще вижу, чтобы вынесен был проточный водонагреватель сюда, что он не посередине ванной комнаты у вас на стене висит. Красота. Да, прям качество чувствуется. Так, давайте спустимся вниз. Что у нас там? Так. Здесь стиральная машинка в подарок. Вау. Ну вот у вас кусочек своей земли. Смотрите, давайте-ка выйдем. Так, открывается она вот так. Ё-моё, вообще какой-то рай. Там у вас соседи. Ну, можете, не знаю, отгородиться, здесь поставить какие-нибудь растения, если хотите. Можете дружить. И вот такая вот красотища. Блин, ну как еще? У меня красотища, красотища, ну реально, я, ну как, живописно, красиво. Слов нет просто. Вот, ну, с этой стороны уже, видите, шкафы стоят для одежды. Ну, реально, очень много места, в общем, площади реально большие. Здесь, смотрите, тоже хозяйский санузел здоровенный. Душевая кабина. Вообще класс. Прям мне очень нравится. Так, давайте закроем. Мы обещали все закрыть. Что еще у нас здесь есть на первом этаже на нашем? Еще одна спальня, да? Третья спальня. Тоже со своим санузлом. Со своим шкафчиком. Все с доводчиками, конечно же. Везде кондиционеры в каждой комнате висят. Ого, тут вообще серьезный санузел. Что-то там еще за куточек. Ага. Здесь вот тоже для проветривания вот это окно. Ну, реально, я вообще вот так смотрю по качеству исполнения. Прям комплекс реально отличается от многих других комплексов. И вот здесь у вас тоже небольшой кусочек земли. Смотрите. Оба. Классно. Итак, эта квартира у нас... Дуплекс 3+1, 209,3 квадратных метра, стоимость 147 тысяч евро. И я повторюсь, мы можем сделать, только мы, только наше агентство Stay Property может сделать для вас очень такую хорошую прям скидочку. Рамиль вот, кстати, уже сделал своему покупателю. Так что, друзья, обязательно звоните. Ну вот этот, я не знаю, дуплекс один из крутейших. Мы сейчас еще поднимемся выше, там есть 2+1 и есть еще 3+1 дуплекс наверху. Давайте посмотрим вместе с вами. Все, продолжаем. Отсюда мы уже уходим. Класс. Итак, друзья, квартира 2+1 под номером 5. Здесь у вас уже, видите, есть сосед. Доктор Мед Зафер Габер какой-то. В общем, по соседству у вас врач. Круто. Мы заходим. Да, здесь уже, смотрите, с мебелью все. Опять классная квартира, чувствую. Так, давайте, оп, включим свет. Чик. Все, квартира сразу ожила. Так, ну что мы видим? Справа спальня. Я надеюсь, видно, да, все на камере. Шкаф. Видите, вот такой он глубины. Здесь прихожая у вас. Даже прихожая, что ли, с доводчиками. Нет. Нет. А, ну у него очень так... Оп, вот так он закрывается. Да, здесь прям зеркало у вас сразу. Здесь даже, смотрите, подсветочка есть. Кстати, я не обратил внимания, что здесь во всех санузлах полностью есть теплые полы.
И смотрите. Вау! Просто кухня-гостиная. Ух ты, вот так вообще я не видел. Посмотрите, какой кухонный гарнитур крутой. Вот так я вообще не видел, чтобы расположили. Ну реально, вот чего я хотел. Круто же, современно. Много. Ну, на мой взгляд, очень-очень круто. Здесь у вас вид на бассейн, на банановые плантации, горы, там море. И здесь обалденная, конечно же, терраса. Смотрите, какие они молодцы, вообще все вам уже обставили. Просто осталось купить и заехать. Вау, пушка. Так, открываем террасу. И вот такая вот красота. Вот она, дорога. В принципе, мы не настолько далеко, не очень далеко находимся от моря. Ехали на машине мы от моря, ну, наверное, минуты 3, может. Хорошая такая дорога. Вот она у вас, терраса. Такая вот красотища. Ну как вам вообще, друзья, вот это решение с вот этим кухонным гарнитуром? Обязательно пишите в комментариях, нравится, не нравится. Я просто вообще в восторге, честно говоря. А, даже здесь у них теплый пол тоже есть, в этой комнате. Ну вообще красота. Так, ну что, это у нас санузел. Оп. Санузел номер один. Спальня номер два. Все реально в европейском, да, стиле, друзья. Шкаф. И на носочках проберусь. Извините, извините. И вот здесь у вас еще один санузел. Тоже теплый пол. Опа. Свой балкончик. Вид. И здесь у вас кондиционеры спрятаны. Вот с этого ракурса спальня. Цена за эту квартиру 2 плюс 1, 115,3 квадратных метра, 105 тысяч евро. И опять же повторюсь, даже от этой цены мы можем классную сделать скидку. 105 тысяч евро для такой квартиры — это вообще нормально. Тем более, что это Каргиджак, это не Махмутлар, да? Это Каргиджак, где в принципе цены, ну, далеко не такие, как в Махмутларе. Там, то есть 100 тысяч за квартиру 2 плюс 1 – это вообще стандартная цена. Сейчас в Махмутларе такие цены. А здесь, ну, за такую квартиру… Ну, квартира, согласитесь, не похожа на все остальные. Классные квартиры с большими площадями, с классными террасами. Тем более с ремонтом, мебелью, техникой. Огонь! И еще скидку можем сделать. Ну, это вообще… Все, пойдемте наверх. Я сейчас дуплик. Сейчас посмотрю, что там. Даже вот здесь, обращаю внимание, все Siemens, все Siemens. Вот прям реально застройщик не поскупился. Красавчик. Все, идем дальше. Так, друзья, у нас дуплекс под номером 7. Ну, посмотрите, здесь, в принципе, как на первом этаже, только все наоборот. Здесь лестница пошла наверх, там у нас была вниз. А так, в принципе, все то же самое, только вид. Вид на море. Так, здесь... Да, вид, конечно, имеет. Давайте быстренько сейчас пробежимся. В принципе, все то же самое. Там у вас комната, здесь у вас, оп, санузел. Хорошего тоже размера, прям молодец застройщик вообще. Прям продавал бы только его проекты, реально. Так, ну-ка давайте поднимемся наверх, что здесь? Видите, даже продумано, что здесь можно вам дверь открыть, если будет вам звонить с домофона, чтобы не бежать на первый этаж. Здесь отдельный санузел.
отдельная спальня. Ух, ух. Вот это вид. Вот это вид, конечно. Вид просто огонь. Здесь терраса у вас, опоясывающая весь второй этаж вашего дуплекса. Вот не за что глазу зацепиться, но единственное, кто-то нам сейчас 100% напишет, о, теплицы, чем они вам мешают, я не знаю. Лучше, чтобы что здесь было. Так, идем вокруг квартиры. Уф, вид на море классный. На камере будет совершенно другой вид. В жизни поинтересней. То есть, когда вы приедете, вы еще и приятно будете удивлены. И вот она, огромная терраса. Возвращаемся к лестнице. Здесь санузел. Давайте быстро. Оп. Покажу вам. Здесь, смотрите, отдельно постирочная комната. И вот здесь у вас спальня со своими шкафами для одежды, с обалденной вот этой террасой. Вау, 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 вот это вообще круто. Вот это круто, со своим санузлом. Посмотрите, ну это вообще... Вот это вообще класс. То есть можно с утра, видите, вдвоем. Не надо обязательно ждать, пока один здесь зубы почистит или что-то сделает. Можно вдвоем сразу с утра принимать ванну. Можно вообще тут дурачиться, но это очень круто. Здесь, смотрите, куча шкафчиков. Вот это вообще класс. Вот это вообще, мне кажется, интересное решение. И здесь уже душевая кабина с унитазом. Ну круто, круто. Я прям представляю, как здесь можно с утра. Ну реально, это очень романтично, мне кажется. Да, видите, везде, везде все продумано, даже чтобы, ну, редко, честно говоря, застройщики об этом беспокоятся, чтобы у вас ручка не стукала о стенку. Здесь уже под полотенце держатель. Ой, классно, 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 друзья. Так, ну что, по квартирам, я думаю, все. Весь прайс-лист запрашивайте по телефону. Сейчас WhatsApp появится мой на экране. Скину вам полностью все, что здесь осталось. Ну, вот это вообще крутое предложение. Здесь уже вообще 100%. Здесь вообще прям мне очень понравилось, я не знаю. Класс. Пойдемте еще посмотрим внутреннюю инфраструктуру. И на этом закончим наше видео. Вот мне уже пишут, да, что типа опять ты говоришь, что хочешь здесь остаться. Ну реально, здесь вот вообще хочется остаться. Здесь хочется остаться. Так, ну давайте воспользуемся хоть раз лифтом. Посмотрим, как у нас выглядит лифт. Мне нравится, знаете, друзья, нету вот этой там позолоты, вот этой всей в подъезде. Все как бы в таком минималистичном стиле, ничего лишнего. В принципе, зачем мне позолота в подъезде? Все, смотрите, в таких сдержанных тонах. Все. Не знаю, я тут что-то кайфую от этого комплекса. На первом этаже блока А, смотрите. Бильярд. Прям, причем бильярд, сам стол. Ну, из того, что я видел, реально качественный. Ну, это как комната отдыха, теннисный стол. Здесь, видите, шкафчики, не знаю, награду сюда можно свои ложить. Такие теннисные ракетки. Что-то вообще никто не играет. Мы бы жили здесь, вообще бы турниры бы были. И здесь, видите, для массажа место. Да. Отсюда, кстати, мы сразу можем выйти на бассейн. Сейчас мы чуть-чуть снимем. Постараемся никого не засмущать. Так, дверь у нас закрылась. Вот она у нас территория. Идем по вот таким вот плиточкам.
И выходим на летний бассейн. Это детский бассейн. И вот он, взрослый бассейн. Так, ребят, постараюсь сейчас не снимать. Но территория, согласитесь, очень прям приятная. Эх! Как у вас вообще в городе есть бассейн в жилом комплексе? Класс, здесь смотрите вид какой. Да, прям если бы я исполнил свою мечту переселить своих родителей сюда, вот прям бы я хотел, чтобы у меня мама здесь жила. Реально, она заслужила жить в таком раю. Застройщик, у него сеть отелей, поэтому, видимо, он уже не первый дом строит, и он знает, как все это сделать классно. Ну, вот эти решения с кухонными гарнитурами и вообще с планировкой квартиры мне очень-очень понравились. Не знаю, прям в этот комплекс у меня теперь вообще будет в приоритете. Тем более, это наш эксклюзив теперь, тем более мы можем сделать огромные скидки, вообще в отличие от всех в городе. И я считаю, это вообще очень круто. Все, друзья, на этом все. Я поехал дальше, чуть-чуть времени у нас мало на сегодня, чтобы каждую мелкую деталь просмотреть. Я думаю, даже, в принципе, у нас хорошее видео получилось, да, длинное. Все вроде вам показал. Вот, выходим с подъезда, смотрите, вид. Вау, 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 вау. Все, друзья, на этом все. Кому понравилось, обязательно обращайтесь. Не забывайте подписываться на канал, поставить колокольчик, лайк поставить. Все, с вами был Никита из солнечной Алании. Скоро увидимся. Скоро, друзья, увидимся. Всем пока.